Бачу гапу. Бачу гапу. Хони бису, балдику. Вот так вот. Спасибо, я на цепи. Не говори. На своем языке разговаривает. Класс. Очень, я ничего не понимаю. Очень интересно. Это папоротник орляк. Да, у вас. О, а что это такое мелкого? Это рыбное. Из рыбы? А что это такое? Таксан называется. Как? Таксан. И как это делается? Это сазан. Пахнет интересно. Запах такой необычный. И что там еще? Попробуйте. А почему такого, как бы, этими штучками такими? Попробуйте. Можно? Да-да, такое не пробовал. Работаем по программе. Вот это... Ага. Варится рыба. Варится рыба на тихом огне, чтобы потом выварилась, отошла от костей. Потом это охлаждается и убираются кости ручной обработкой. Потом, когда кости убрали, потом берете мякоть вот эту всю, расщепляется руками. Когда она чуть-чуть как бы прихватится, чтобы влажности меньше было. Потом все это разламывается, все. На такую размер мелкую. Прям как крошка. Да, получается. Прям вот как крошка, чтобы вся была. Это кропотливая работа, трудоемкая. А хлеб а потом сюда не добавляется? А? Хлеба тут нету? Это только нет, рыба? Нет, это рыба. Потом... Просто рыба. На собственном жиру. Потом на чугуне. Вот на толстой какой сковороде. Да, или сковородка такая хорошая. И высушивается до такой консистенции. И мешается на тихом огне, влага вся уходит. И вот все это мешается до такой степени, что вот получается вот такая выжарка. Ага. Она очень питательная. Раньше промозловики, вот охотники, да, брали в тайгу. Это очень питательно, вот если покушали, да? Потом она хранится хорошо, да, еще? Да, да, хранится хорошо. Рыбаки брали с собой. Это как питание... типа консервы такие получаются, да? Да, дорогу вот такая, где-то, да. В тайгу пошел она охотник. Очень питательная, вот одну ложку взял в рот и все, и охотник, и ты уже не голодный. За лосем, за изюбром. Сутками бегает за ним, да? А потом еще на себе его тащит до дома. Мясо вяленое, сухое, тоже сушится, тоже вот она... В смысле мясо, которое, да, зверя, не рыбное. Вяленая, тоже сухая. Вот это вот все применялось именно вот в той готовности, что она не портилась, не плесенела. Это способ сохранить продукт, короче, долгое время, без холодильников, как без всяких. Как можно на долгое время, раньше это вот хозяйки раньше для охотников дорогу заготавливали, потому что она легкая, она вот... Ну, веса вообще нет, правда? Она питательная. То есть ее... Спасибо! Можно? Здравствуйте, еще раз для меня, пожалуйста. Вас как зовут? Наталья. Наталья, расскажите, что за блюдо, которое дают в дорогу охотникам? Вот, это блюдо называется таксан.